Доброе, бодрое, свеженькое утро понедельника, салаты доедены, оливье закончилось. Самое время разобраться с тем, что конкретно было что, в этом салате. Что же мы ели-то такое? Друзья, Иван Лебедяков уже появился у нас в студии. Наш большой друг и наш Сашей, и нашей программы. А почему? Потому что он нам приносит продукты, он нам приносит еду. Специалист Уральской палаты защиты потребителей сегодня поможет нам с вами разобраться с тем, что же такое крабовые палочки. Привет, Вань. Привет. С Новым годом. С небольшим опозданием узнаем же, что же мы там такое ели все эти новогодние Итак, праздники. Итак, кто у нас сегодня участвует в забеге? У нас в забеге сегодня эконом-маркет. Крабок. Крабок. И бухта изобилия. Так, мы небольшие специалисты, мы всего лишь потребители. Мы не проводим, конечно, сложных тестов, но так или иначе мы можем ориентироваться на какие-то маркеры в магазине. Итак, Ваня, с чего начать? В первую очередь начинаем с упаковки. В магазине вы можете встретить крабовые палочки, которые продаются на развес без упаковки. Ага. А есть такие, да? Есть такие. Да. В больших гипермаркетах. А почему? И что? Ну, они вымерзают, вымораживаются и теряют свои свойства. Их от них лучше отказаться. И, все понятно. То есть выбирать лучше упаковку. Запечатаны. А вот они бывают замороженные, а бывают вот, ну, как бы вот такие уже готовые. Есть такие, они более качественные, которые продаются сразу же размороженные, они не подвергались заморозке. Ага. А заморозка у нас тоже нужно обращать внимание, она до 18 градусов, не ниже. Если то есть ниже... на упаковке должно быть указано, что заморозка нет, не... Нет, когда вы покупаете, на холодильник обратите внимание. А, на холодильнике должно быть не больше... Минус 18. Да. Потому что если вымерзает, на упаковке появляется лед, снег, вот от таких крабовых палочек лучше отказаться. Окей, итак, выбирая в магазине крабовые палочки, берите лучше те, что в упаковке, не на развес, и да, обратите внимание на лед и снег. Лед и снег, которые на холодильнике до минус 18 должны храниться палочки. То есть минус 19 нормально, минус 17 уже ай-яй-яй, я правильно понимаю? Минус 19 и минус 20 это не очень. У меня вот написано, хранить при температуре не выше минус 18, соответственно, вот, не может быть 17 градусов. Не... Если по-русски читать. А, не выше, в смысле, что то она как только, бы теплее. Только, да, 19, 2, минус 19, минус 20, минус 25. От минус 6 до минус 18. Окей, все понятно. С упаковкой примерно разобрались. Дальше на что мы можем обратить внимание? По упаковке внимание? Мы всем поставим плюс, потому что плюс, здесь у нас все без проблем, да. Дальше обращаем внимание на состав. Стандартный набор крабовых палочек – это не крабы. Я понимаю, что я, конечно, сейчас буду в какая-то абсолютно дикая женщина несовременного мира, но я не знала, что крабовые палочки делаются не из крабов. Это было бы дорого. Есть, наверное, крабовые палочки, которые делаются из крабов? Но они стоят как лобстеры, да, в ресторане? Ну да, да. Так, из чего же делаются крабовые палочки? Делаются они из сурими. Сурими – это рыбное филе, как правило, треска в классическом рецепте. Звучит не очень. Почему? Это просто рыба? Это филе промывается, затем мелко измалывается и помещается в центрифугу. Вся влага выделяется, получается масса. Хорошо. Что еще допустимо в составе крабовых палочек, кроме рыбы? Особенность крабовых палочек в том, что нет никакого-то ГОСТа, стандарта, который бы регламентировал. Поэтому крабовые палочки просто должны быть безопасными, соответствовать общим требованиям. Допускаются красители. Вы можете просто обратить внимание, чтобы состав был натуральный. Это сурими, рыбное мясо. Желательно, чтобы оно было на первом месте. Это означает, что его больше всего. Так. Стоит отказаться от крабовых палочек, которые содержат муку. Почему? Да. Вот у меня вот сейчас в данном случае для есть мука. Веса. Это означает, что рыбы там гораздо меньше, чем, допустим, вот в этих, в которых муки нет. Угу. У Юли тоже нет муки. Да, у меня тоже нет муки, у меня вот фарш и крахмал, рыбный. Да, у меня и мука, и крахмал, еще и крахмал не один, и картофельный, и пшеничный. На выбор. Это все на выбор. Смотри, какой ты больше любишь. Как Твикс с таким достаточно. Да. Так, а дальше? Ну, вот, допустим, я не заметил всех этих. Рыба, рыбное филе, крахмал, вода. Ну и какие-то ешки, в общем. И добавки. Обязательно краситель и крабовая палочка красится с одной стороны. Ну, как правило, это паприка. А, ну чтобы нам, вот как раз у меня, чтобы это в голове вызывало ассоциацию крабового мяса. Итак, друзья, еще разок, выбирая крабовые палочки в магазине, обратите внимание на состав. Отлично, если в крабовых палочках, кроме
рыбы и чего-то там. Я прочитаю, если кроме рыбы. Там есть мука пшеничная, крахмалы, картофельный, пшеничный, ароматизатор, так, пищевые добавки. Нормально. Карбонат натрия, молочная кислота, загустительный, грагинан, хлорид натрия, альгинат натрия, стабилизатор камитар, полипосфат натрия, усилитель вкуса, аромат глютамат натрия. Не делает крабовые... Нет, оно делает крабовые палочки вкуснее, но не полезнее. Давайте подытожим. Нужно, чтобы состав был как можно короче, чтобы рыба была на первом составе и чтобы не было муки. Да, в составе. Да. И чтобы не было муки. Ну вот у меня эконом-маркет, прекрасный состав, фарш рыбный, крахмал, муки нет совсем, поэтому я поставлю им плюсик за состав. В моем случае рыба на первом месте, муки нет. Ну, стабилизаторы везде, это везде. Плюсик поставили. Да, плюс. У меня рыба на первом месте, есть и мука, и крахмал, и куча еще всего. За муку. За муку не будем за муку ставить только, плюс. Да? Только за муку. Только за это, да. Ладно, хорошо. Так, дальше. На что еще можно обратить внимание? Внешний вид мы можем вскрыть, посмотреть. Палочки должны быть однородные по составу. Это понедельник, 9 января, запомню, конечно, навсегда. Крабовые палочки не из краба. Добро пожаловать, Юль. В реальный мир? В реальный мир. А что вы мне раньше не сказали? Сказали бы, я как-то подготовилась бы. С мамой бы хоть посоветовалась, она бы мне рассказала бы, накормила бы меня этим салатом, дала бы попробовать. Ну вот, в нашей студии приятно запахло едой. Крабом? Крабом. Рыбой. Так, вот так. Вот мы видим, что крабовые палочки у нас не сморщены, они должны быть ровные. Да. Без каких-то вкраплений. Вот эта краповая палочка почему-то покрашена с большинства сторон. Она красится только с одной стороны. Обязательно должна быть белая. Но у нее цвет, смотри, такой розовый, а не цвет от оранжевого до розового допускается. Просто да? По розовому вы можете понять, что искусственный все-таки краситель. Здесь, скорее всего, была паприка. Ну, то есть это паприка, а здесь какой-то искусственный краситель. Ага. Акварелька, вот что-то детские краски, которые можно есть. Какая-то такая, возможно, история. По внешнему виду я бы поставил эконом-маркет и бухта изобилия плюсы. Так, а вот крабок? Крабок вот слишком вот... закрашена, она вот даже если ее развернуть, мы посмотрим. Из-за того, что она какая-то подозрительно розовая. Вот даже со всех сторон окрашена, только маленький кусочек беленький на спайке. Что-то произошло в технологии не так. Итак, крабок за внешний вид не получает у нас плюсика. Но это напоминаю, что это те самые процедуры, которые манипуляции, которые вы можете провести в магазине без какого-то специального что сложного еще? Анализа. А следующее, на что обращаем, консистенция. Крабовую палочку можно согнуть так вот пополам. Она должна вот слегка треснуть. Если она у вас просто вот так вот сломалась, это означает, что либо сырье не очень качественное, либо... Еще раз как, вот... Вот чуть-чуть. Вот, да. Вот видишь, не трескается. Этого достаточно? Да, или достаточно. Она... Вот она уже ломается, да. Если она сломалась, вот вы на 90 градусов так согнули, и она не треснула, а сломалась, это означает, что сырье некачественно, либо она замораживалась, размораживалась несколько раз. На 90 градусов, да? На 90 градусов. Ну вот, у меня нормально, ломает, у меня прям гнется. Это означает, что рыбы достаточно много и она плотную консистенцию эту держит. Вот. Ну, вот здесь тоже плохо. Заламывается. Нет, но, здесь не заламывается, здесь как раз сломалось. Сломалось. Подожди, но надо сказать, что вот эта палочка, которая вот с Юлиной стороны, она по длине меньше, чем... Все чем, остальные. Чем все остальные, да. Поэтому если... Ну нет, она настолько плотная, что... Она ломается прям, да, прям ломается, прям чувствуется, что такая. И еще один тест, это вы можете развернуть крабовую палочку. Она должна у нас быть скручена в трубочку, а не быть общей массой. Потому что если общей массой, значит рыбы достаточно мало. Смотри, эконом-маркет, он такой не скручен же в трубочку. Хотя вот на сломе, видно, что скручено. А прям... Ну, вот смотри, ее можно было до конца. Я вижу, да, у меня тоже вот она. Можно, у меня да? тоже вот она раскручивается. Хотя, опа, это допустимо? Начинка. Начинка. Крабик лежит по центру. Вот у меня не разворачивается достаточно легко. Итак, консистенция, на что вы можете обратить внимание? Крабовую палочку вы можете согнуть на 90 градусов, и в идеале она не должна у вас треснуть. Ну, это значит, что состав довольно плотный, рыбы много, и это хорошо. Если крабовая палочка ломается, скорее всего, там... Технология нарушена, либо их хранили неправильно. Удивительно. И должна раскручиваться. Это означает, что рыба достаточно хорошая, и ее много. Ну, мы-то в итоге, вот эконом-маркет, вот хорошо, вот они не ломались, но они... Не раскручиваются. Не раскручиваются. Ставим за консистенцию? Не ставим плюс? Минус. Ага, да, крабок, вот такой вот розовый вариантик, они раскручиваются? Раскручиваются, они раскручиваются, но она не ломалась? Не ломалась, это я вот перегнул специально. Ага, все понятно.
Так, и у нас есть еще... Ну, там плюсы с этой точки зрения. Бухты изобилия. Бухты изобилия, не плюсы. Вот. Давай, тогда бухты изобилия поставим плюс, а эконом-маркет и крабок не получают у нас плюсика вот в этой истории. Итак, друзья, что сегодня происходило в этой студии в прямом эфире? Мы пробовали узнать, что мы с вами ели все новогодние праздники. Этот один из самых любимых крабовых салатов. Я сегодня узнал, что крабовые палочки делаются не из крабов. Вы сегодня узнали, что делать с крабовыми палочками в магазине, как выбрать самые... Не могу. Самые вкусные. И в нашем сегодняшнем таком вот... Как это назвать? В нашей консультации с Иваном Лемзяковым? Народный контроль. Народный контроль, да. Победила вот эконом-маркет. Ну, напоминаю, что мы все-таки... А хотя почему не только эконом-маркет? У нас и крабок набрали одинаковое количество плюсов. Крабок у нас набрал все плюсы. У нас и для консистенции тоже плюс. А, тоже, да, они плюсик получают. Несмотря на то, что они вот розовые, но все-таки. Итак, друзья, мы поздравляем сегодняшних победителей нашего сегодняшнего тестирования народного. Благодарим Ивана Лемзякова. Саш Тарасов, не грусти. Я вообще не понял, кто там победил, кто не победил. Никаких выводов сделать не могу. И вообще, знаете, давайте завязывать с едой. Пора заниматься чем-то. Я просто хотела напомнить, что если вдруг вы не успели чего-то запомнить или записать, вы всегда можете пересмотреть вот эту нашу студию на YouTube. Можно, конечно, пересмотреть, не только во всех наших социальных сетях. Иван, спасибо тебе большое. Передаем слово Даше Лазаревой, которая очень хочет покатать нас всех на тройке, так как она покаталась сама.